А ну ври, Станислав. Буду прыгать. Заднее сальто. Заднее, да, пробовать. Ну, еще палку возьмем. Ага. Что, перелазь? Да, перелазь. Хочешь что-нибудь сказать? Да ну что говорить? Сейчас буду кайфовать, ребята. Да, сейчас под... Так, ага. Давай. Оп, поверну. Ну, так, подождите немножко, это краешек. Земля, мы заднюю крутим. Тебе, ты бы сбоку его снимал. Так, а это куда? Вот сбоку. Так держать, да? Как вы будете прыгать? Заднюю сальтуху. А тогда да, подожди. Так, падаю и прыгаю. Нет, не приготовишься. Давай, назад открутни. Ты все помнишь? Давай, ты все помнишь. Давай, 3, 2, 1, прыжок. Вау! Давай. Вау! Блин, вот я на лице там настримал, конечно. Ребята, спасибо! Да страшно, сука, первый прыжок, конечно. Короче, я просто колени поджал и упал, да? Я так и думал, что я так и сделаю. Блин, ну круто, круто. Что тут говорить? Просто центр тяжести вот это тянет. Такая сила прям чувствуется, как тебя несет к земле. Но я обломался, что? Хотел землю видеть. А когда уже прыгнул, я уже про все забыл просто. И спиной получается. Блин, ну я рожу соскорчил, это стопудово там смешную по-любому.